Вот такой пришел ящичек. И что в этом ящике, я даже вам не буду загадывать загадками, потому что никто не отгадает. Ну, конечно, с ним пришел еще вот такой кусочек посылочки. Ну, здесь больше кусок. Здесь, по-моему, длина 59 инчей. 59. У них не было одного куска, и они вот в этой коробочке добавили второй кусок. Поскольку я у них когда заказывал, то я говорю, мне любые куски, лишь бы общая длина была порядка 65 инчей. Это Online Metals. Собственно, он в Сиэтле находится, но у них такого материала в Сиэтле не оказалось. Слишком широкий. И они сказали, что это только доставка через пересылку. Ну, пришлось еще сотню с копейками за пересылку заплатить. Ну, ничего не сделаешь. Коль нужен, так нужен. И вот такая вот эта штука, ребята. Блин, это капец, конечно. Вот такой вот, как они его называют, C-Channel. 12 инчей. Вот здесь ровно 12. Сейчас возьму рулеточку, проверим. Смотри-ка. Ровно 12. Тютенька в тютеньку. Стеночка, значит, у этого швеллера. Швеллер, по-моему, да, по-русски, ребят, не помню. Но мне показывает, что пол инча. Но на самом деле эта рулетка брешет. Если взять вот отсюда, то здесь у нас получается 7 16, то есть чуть меньше, чем пол инча. А с этой стороны ребрышко, чтобы быть точным, здесь чуть-чуть больше квотера, то есть 5 16. Ну вот такая вещь, да. Для чего? Ха-ха. Ну, как вы уже знаете из каких-то там прежних моих постов, что я потихонечку делаю себе трейлер, прицепчик. И вот эта штука мне нужна, чтобы расширить свой прицеп. Значит, вот эта рама прицепа, и она недостаточно широкая. И что мне нужно сделать, это вот сюда, к бокам, прикрепить, ну, поднять вот так, вровень с полом, алюминиевый лист 1/4, пол, и мне нужно поднять вот так вот, точно-точно вровень будет, чтобы наверх положить лист фанерный уже, и вот настолько, ровно настолько, на 12 инчей, на 1 фит, будет шире прицеп. Ну, по низу, вот в этом месте, где заканчивается рама прицепа, вот здесь будет срез. И, возможно, он будет либо косой, то есть вот в это место, скажем так, либо он будет ровно, если здесь у меня 5 и квотер, то здесь тоже, может быть, я сделаю 5 и квотер, либо здесь я подниму на 3,5, поскольку сбоку, вот сюда сбоку будет добавлена, тоже еще не знаю, либо 2x4 доска по всей длине прицепа, либо 2x6, что будет, значит, 5,5, почти равнозначно вот этому 5 квотеру. Это я еще подумаю, это пока в планах, как это лучше сделать. Но то, что прицеп расширится вот на 1 фит с каждой стороны, это будет 100%. И вот с этой штукой у меня внутри в прицепе будет порядка 9-9,5 фит внутри прицепа. Сам же прицеп по ширине будет около 10 фит по наружу. Ну, это так, ориентировочно. Меня особенно не расстраивает, какая там ширина будет,
поскольку это прицеп не для путешествий. Никто не собирается на нем никуда путешествовать. Вот так называется этот алюминиевый швеллер. Его размеры 12 на 4. Толщина стенок обеих дана. Если кому интересно, вот это его данные. Ну и цена, естественно, у него соответствующая. За один фит у него цена $40. За один фит. Вот, значит, этот большой кусок 59. А тот, что поменьше, 7,5. Ну и вот они за этот маленький взяли 5,18 за фит. А вот этот получился $40 за фит. Общая стоимость. Общая стоимость, ребята, за это все у меня вышло 104 пересылка. Таксы, шмаксы, $320.